Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Кирилл, продолжаем выкладывать видео по созданию персонажа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте комментировать, и если какие-то будут возникать вопросы, обязательно пишите об этом. Все, смотрим, и не забывайте ставить реакцию, там, в общем, делайте все как надо, чем вас учить. Если не поставите лайк, то как так можно, как за проезд передать? В общем, обязательно передавайте за проезд. Продолжаем. Переходим. Так, нам нужны еще инструментики. Нам нужен лук. Нам нужна кирка какая-нибудь. Угу. Давайте я тут себе уже лук вытащил из Pinterest. Image references. Десктоп. Хоба-хоба. Клавиши включить. Ну, это, конечно, опционально. Тут не обязательно прям именно лук. Что угодно. Вообще без разницы. Point. Так, межцилиндр, шестигранник пусть будет. Он же мелкий, зачем ему надо многогранник. Посередке мы его разрежем, удалим точки, добавим модификатор mirror по Z с клиппингом и замоделим. Хоба. Вот это не обязательно, наверное, моделировать. Вот это. Клык. Ну или посмотрим сейчас. Не будем забегать вперед. Никто не знает, где мы будем через 15 минут. Так. Возьмем верхний, тогда Shift D, так, Scale, так, и Extrude. Так, дальше еще цилиндр, хотя восьмигранный. Наверное, так. И стрелу. Тоже цилиндр. Давайте четырехгранный. Ну, то есть куб. По-нашему, по-простому. Тут она не в ракурсе. То есть она здесь немножко наклонена. Но ничего страшного. Мы просто, так сказать, замоделим примерно. Угу. М от центр. Угу. И тут надо сделать, так сказать, оперение. Alt E Extrude Faces Individual. Оп. И жопку давайте так выдвинем. О. Хорошечно. Давайте мы это все затекстурим. Материал. Base Color. Ctrl-L. Link Materials. U. Project from View. View Editing.
Как-то так. Здесь красненькое. Тут. Вот эти тоже. Хоп, хоп. Так, что еще? Угу. Вот это и вот это. Металлические вставки есть, но вот это еще должно быть другого цвета. Такая, наверное. Можно такое сделать. На контрасте, так сказать. Тогда можно вот это потемнее сделать. Хотя окончание можно сделать красненькими. О, отлично. Принадлежность к красному цвету. Красный игрок. Так, мы это разместим. Давайте мы все сдублируем. По размеру RX90. Сейчас мы размер определим. Помельче можно, вот так, наверное. Колчан со стрелами. Внутри давайте приберем вертексы. И еще раз топ. Можно чуть повыше, чуть пониже. Хоп-хоп. Допустим, объединим это в одно. За спину. Так, наверное, да? Да, теперь кирку. Кирку надо найти какую-нибудь. На том же Пинтересте просто любую, первую попавшуюся. Сейчас сохраним. Что, наверное, сделать надо мешок и ремни. Shift A, Image, References, вот этот, такую кирку, межцилиндр. Вы можете найти любую другую по вашему усмотрению. Не обязательно следовать ровным за мной. Тем более она такая вся кривая.
О, телефон звонит, наверное, слышите. Ну, меня нет дома. Ни для кого. Там, скорее всего, звонят какие-нибудь эти рекламы, продажи, окна поменять, английский выучить. Очень детализированная будет. Как ее называют? Кирку. Кирка. А пусть и будет, что нам стоит дом построить. Так, теперь верхушка, межплейн. Аж нос чесался. Так. Scale. Давайте выровняем. Вот так. Теперь поделим пополам. Эту отрежем. Сделаем это миррором. С клиппингом. И теперь мы это построим. Жух, 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 жух. Сейчас как чихну. G, Y. Экструд. И здесь надо вот так. G, Y. Такое ощущение, что здесь можно сделать вот по вот этой штуке. Вот так. Это будет уникальная кирка. EY. Раз, два, где-то тут три, тут четыре. А почему я так сделал? Не понял. Так надо сделать, а потом вот так. Теперь правильно. F, 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 F. Shift-D, Scale, так. Мы же будем потом рендеры всякие делать для себя, для портфолио, поэтому пусть будут прикольные так называемые рендеры. А, это череп. Я только сейчас понял, что это все-таки вороний череп. То есть я, с вашего позволения, не буду настолько заморачиваться. Сделаем Shift-D по Selection. Клиппинг отключим. Вот это сделаем ремень.
Так. Так. Теперь можно клипинг включить, наверное. Так. И теперь Solidify. Solidify. Здесь надо обязательно триангульнуть, потому что здесь отдельно идет геометрия. Типа клюв вот этот. А сейчас стоило бы еще пропустить здесь вот так. И вот так. В таком случае, наверное, здесь не можно будет. Дизолбнуть ветш. Угу. А тут надо будет продолжить. Вот так. Экструд. Экструд. Вниз. Ага, и тут мы возьмем еще ремешок и обмотаем. Shift-D. По selection. Так. Так. SY и модификатор Solidify. Так, получилось. Получилось. Так. И, наверное, стоит здесь взять и по иксу, по игреку. Не с таким, а вот sharp. О, получилась кирка. Теперь мы ее покрасим. По face orientation, кстати. О, я так и думал, что есть что-нибудь. Кирка. У нас будет base color. Ctrl-L, link materials. Editing. View. Project from view. Размещаем как-нибудь вот так. Начинаем ее дербанить. Это у нас металлическая часть. Это металлическая часть. Это тоже металл. Еще вот здесь металлическая часть. Так. Возможно, что вот этот кусок будет потемнее.
А вот этот посветлее. Даже вот так. Вот так. Так, а это что здесь? Почему он такой не светлый? Не понял, что за странный цвет такой. Или это эти постэффекты? Понял. Автосмус. Можно шарпы, кстати, самостоятельно выделить. Марк шарп. Это у нас кожа. Это тоже. Это клык. Это металл. Это клык. Так, вот эти штуки, надо реально темный металл добавлять на палитру. Не хватает темных элементов. Вот, наверное, тоже стоит выделить. Вот это тоже, наверное, стоит выделить. Давайте захайлайтим. Здесь хайлайт небольшой. Здесь тоже посветлее. Здесь потемнее. Участок тоже потемнее. А этот чуть светлее. Здесь тоже. Хоп, это светлое место. Это место светлее, чем обычное. Здесь. Только наверное, давайте сделаем все с градиентом. Это пониже. Более-менее друг друга давайте поближе их разместим. О, наверное, так и надо. Здесь то же самое. Тык. Пирамидка прям такой. Хоп, хоп, хоп. О. И тогда верхотуру тоже. Просто друг к дружке поближе. Тык, 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 тык. И тут. Угу. Это у нас самое светлое. Это чуть... Так, это чуть светлее. Вот так. А это совсем светлее. Угу. Раз, два, три. Во. Деревяшка.
Вот это, наверное, надо тоже разделить крышку. Оп. Оп. Это точно надо заскейлить и удалить. Вот это удалить. И вот там удалить. И вот там. Вполне неплохо, мне кажется, получилось. Давайте объединим. Mirror есть тут? Есть. Давайте мы сдублируем, чтобы у нас был резерв. Apply. Объединяем Ctrl-J. И теперь примеряем к руке RX-90. Ну, наверное, вот так. Прекрасно, я считаю, прекрасно. Alt-R. Вот у нас уже выстраивается череда предметов. Кстати, у него клыки не покрашены. Без материала. Возможно, стоит нос еще чуть-чуть укоротить. Я прям смотрю на него. Так, тут триангуляция. Проблема, здесь поможем ей. О, мистер Трактор приехал. Мне кажется, что у него голова слишком широкая. Может быть, надо ее поуже сделать с какой-либо из сторон. Еще злобливее стал, или как там правильно сказать. Клыки. Ремни хорошо было бы делать, конечно, из тела, и у них должно быть столько же сечений, сколько и у самого тела. То есть, если они пересекаются, если пересекается тело и ремень, то есть лучше вообще сделать просто из тела. Это не нужно. Здесь плечо надо. Так, так. Вот так, наверное. Вот так. И вот так. Shift-D по Selection. Теперь из этого сделаем ремень.
Так. Здесь вот сюда J, этот face удалим. Здесь вот сюда этот face удалим. Бронька, кстати, также можно будет сделать. Это удалим. Надо было, конечно, еще из этого тоже взять. Из... Что вот здесь пропустить? Ну, что-то я не додумался. Пока клиппинг отключим. Будем снапить по фейсу. Тык, тык, тык. И здесь F. Ну, это какой-то прям этот коп. А, нет, как будто кобура. Ой, да я утомился, сегодня весь день записываю. Поэтому уже силы на исходе, надо отдыхать. Смус 30-ку поставим. На этих штуках держатся и наплечники, на этой штуке держится и колчан. Попробуем здесь от полигонов избавиться. Есть что-нибудь металлическое у этих самых гоблинов, может быть? Вот такие вот эти штуки, ремешки. Кольцо, у меня кольцо на животе. Ну что, сделаем тут кольцо? Если мы вот это удалим и вот это удалим, то получится сделать кольцо, наверное. Или только спереди сделаем.
Так, а тут присоединилось. Тут надо сделать V. V. Вот так. Нажали, и вертекс отцепился. Так, создаем торус. 8 на 7. RX 90. Давайте отцентрируем по вертексу, вот так. О, теперь мы это сделаем так, немножко поширше. Может, потоньше. Так. И U, Project from View, Base Color и Metal. Ё-моё, не попадаю. GUI. Стоит ли заводить вот сюда, вот так? Нет, не стоит. Здесь оставим. Тут Vertex. Можно подвинуть вот сюда. Это был нужный вертекс, который я там удалил. Ладно, ничего. Ничего страшного. Вот, у нас получился уже гоблин такой себе неплохой. Синий. Фракция синих. Сохраняем. Надо переосмыслить то, что... Да, точнее, не переосмыслить, а осмыслить то, что я наделал, что я сделал. Подумать, что нужно ли мне еще что-то добавлять или не нужно. А, кстати, я хотел еще мешок сделать. Мешок. Как он по-английски? Backpack какой-нибудь. Backpack. Stylized. Gold. Баг. Он что, не так пишется? Может, ну не баг же. Пишем. Интернет очень слабый, что-то вообще не тянет. Даже простой Pinterest не открывает. Ну что такое? Хорошо, просто давайте мешок сделаем. Мы же можем с вами сделать мешок без... А у нас были мешки в этом в сцене предыдущей, ну, в общей. Нет, там было просто золото без мешков. Так, раунд куб. Это на спину. Так, сделаем circle. Как так? А если здесь circle сделать?
И здесь I extrude вниз. И мешок. Здесь внутри не обязательно делать что-то там мега важного. Вовнутрь мы навалим золотом. Спереди примнем, как будто к спине прислонено. И вот здесь подтянем еще. Предлагаю вот это поднять дно и из него изобразить золото. Вот это будет. Так, давайте покрасим, затекстурим. U project from view и editing. Так, и получается, что вот тут у нас будет. О, shade smooth. Дальше. Так. Можно еще что-то вытащить. Возможно, по иксу стоит вот так ужать. Теперь на спину нашему гоблину. Тут, конечно, бардак. Нам в следующем видео приведем в порядок, потому что так невозможно уже. Видите, как плохо, когда не организована сцена. Совсем уродско получился.
О, так, по-моему, получше. Здесь, правда, начало вылезать золото наше. Оп, скрыли. Хорошечно. Потемнее сделаем. О. Сейчас повылезают всякие косяки. Давайте стрингульнем и будет в порядке. О. Ну что ж. Можно чуть его больше сделать. Вот так. Отлично. Теперь у нас есть еще и мешок с золотом. Давайте все, скейл применим. Так, давайте сделаем паузу. В следующем видео мы приведем в порядок сцену, чтобы можно было с ней работать дальше, потому что работы дальше будет много. Надо будет создать арматуру, заскинить персонажа и начать анимацию делать для него. Все, давайте сохраняем. Окинем его еще раз взглядом. И поехали дальше. Все, переходим к следующему уроку. Итак, продолжаем работу над нашим проектом. Сегодня, точнее сейчас, сегодня, у меня столько уже дней прошло. Точнее, в общем, ладно. Еще поболтаем. Приведем в порядок сцену, все разместим по папочкам, все правильно обзовем и, в общем, проведем, так сказать, чистку. Нам это нужно сделать обязательно. Во-первых, создадим коллекцию новую, которую назовем. Одна коллекция у нас будет называться «Резерв», куда мы сложим все, что может нам пригодиться в будущем. И мы не хотим, если потерять что-то, изменив какие-то вещи, то надо лучше всех в резерв засунуть. Например, кирку вот эту, необъединенные вот эти все вот необъединенные вещи, вот этот клиночек М, резерв. Вот так. Вот этот щит, он же М, резерв. Что еще? Мешок. Сдублировать. М, резерв. Давайте ее включим, чтобы скрылось все. Вот это все нам не нужно, мы ее, это все уберем. Так, больше ничего не задублировано. Да, стрелы, колчан, все есть. Самого гоблина, конечно, тоже надо задублировать и тоже кинуть в резерв. Все, мы все выключили, у нас осталось только практически беловые варианты наших моделек. Мы их как-нибудь выстроим. Вот это тоже. Вот это тоже. И давайте пройдемся по ним. Посмотрим на их параметры. Rotation пока не применяем. Scale только, если будет неправильно. Ну, вообще, возьмем все это. Ctrl-A. Только сказал, Rotation не применяем. Ctrl-A. Scale. У всех есть материал, у всех и каждого есть. И по smooth группам тоже, как давайте автосмус выставим 45 или просто 40. Хоть некоторые грани нам все-таки прикольно, они на слово поле такое. Давайте мы от 30 до 45 градусов будем выставлять. На него самого тоже давайте все сделаем shade smooth и так автосмус
Вот этот. Может, это уберем складку. Faces удалить. Вот так объединить. F, F, F. И это... Вот она точечка. Это сюда ее расположим. Здесь внутри. Кстати говоря, мы можем сейчас и полигончики почистить. Так. Здесь мы тоже сожмем и поставим на свое место. Где-то вот здесь. И здесь тоже вот так. И здесь вот так. Скроем дырку под пальцы. Вот она. Так. Здесь можно шарп кинуть. И там внутри сделать темнее. Так. Теперь здесь все ок. Здесь ок. Может, 30-ка. Пусть будет 30. Здесь тоже 30. Здесь 35, 30, 30. Так, здесь Shade Smooth 30. Shade Smooth 30, 40. Shade Smooth. Ок. Здесь ок, здесь ок. По полигонам. Что по полигонам? Ну, точно надо удалять вот в таких. Надо применить Solidify. Он ругается, что он был не первый, поэтому типа... Может быть, ошибки, но пофиг. Вот так сделаем. Что я сделал? Alt зажал, выбрал круг полигонов, Ctrl плюс, Ctrl I, исключил их и удалил только внутренние. Здесь тоже надо внутри удалить полигоны. Вот они. Faces. Можно вообще как-нибудь сделать так. Ctrl плюс, вот так. Вот так. Hide. И у нас тут остается только внутренняя часть. Вот это нам не нужно удалять, а вот это надо удалить. Вот. И проверяем на Face Orientation. Хорошо. Ноги удалять не будем, наверное, пока что. Ну или вообще не будем. Потом, может быть, какие-нибудь еще фишки посмотрим, как можно... Либо удалить, либо не удалить. Ну, нам просто ноги пригодятся, вдруг у нас будет другая обувь. Может, вообще без обуви кто-то будет для разнообразия. Так, применяем здесь Solidify. Выбираем все видимые полигоны. Нажимаем Ctrl+, Ctrl+I, и выбирается все внутреннее. То есть, по сути, вот там... подождите. Вот так. Ну, с Ctrl+I. То есть мы удаляем вот этот, вот эти фейсы внутренние. И в Unity у нас вот эта часть красная, вот эта, она будет невидимой. То есть если мы будем смотреть на персонажа вот так, а он раздвинет ноги пошире, мы увидим, захотим увидеть вот этот пояс, он будет прозрачен. То есть ничего не видно. Но это мелочь. Для экономии полигонов нам это подходит. То есть мы удаляем все невидимые. То есть больше всего по времени мы их не видим. Даже если он будет ходить, мы не будем так заглядывать ему как-то вот так под ноги. А если нам нужны, кстати, резервы, и там, допустим, какой-нибудь... Да я не могу представить, что какой-нибудь креативщик, моушн-дизайнер, для которому понадобится моделька целая, он будет такие ракурсы нам показывать. Надеюсь, такого не будет. Но если будет, мы вернем полигоны, конечно же. Вот. Здесь тоже Solidify применяем. Выбираем вот так. Там внутри полигончики Faces удаляем. Еще раз выбираем вот так. Еще раз выбираем вот так. Угу. Это что? Faces. Так, тут надо соединить с клиппингом. Вот так. Тут я вижу лишнюю точку. И там внутри тоже. А, M by distance. На самом деле, эта точка нужная для того, чтобы правильно сгибалась. Просто у нас, если вы заметите, вот тут же проходит edge. Такой же, как и тут. То есть он пригодится для
анимации. То есть, чтобы он персонаж нагибался и если так адекватно гнулась, а не ломалась моделька. Поэтому оставим Edge. Тем временем выберем оставшиеся полигоны. Раз, два, три, четыре, пять. Ctrl плюс, Ctrl I. Вот у нас появились выбранные внутренние полигоны. Мы их удаляем. С шапкой то же самое. Solidify применим. Тут проблемы появляются, как вы видите, наверху. Ой. Потому что внутри образуется группа полигонов, которую нужно удалить. Вот тут она, видите. Вот. Вот это нам не надо удалять. Вот это надо, faces. Теперь выбираем вот так. И делаем GX. Хоп. Все схлопнулось. Теперь мы... Угу. Тут вообще схлопнулось просто невероятно. Выбираем все внешние полигоны. Вот. Ctrl плюс, Ctrl I. Но тут вы видите, вот эта часть, она виднее. То есть, если мы смотрим на персонажа вот так, то видно, что у него тут вот этот полигон все-таки критичный, даже, наверное, 2. Вот так. А остальное можно удалить. Вот так. Так, давайте построим здесь триангуляцию, сделаем. Она пригодится. Еще вот здесь пригодится триангуляция. Вручную триангулировать надо некоторые вещи, потому что иначе будет ломаться, создаваться нон-планар. Ох, какой злобный гоблин-то, посмотрите, а? Так, наплечники. Выбираем верхние 4. Ctrl-плюс, 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 Ctrl-I. И удаляем faces. При желании еще можно вот это сократить. Он не влияет на силуэт, либо создать силуэт этот самый. Либо наоборот сильнее вот сюда выдавить его. И вот эту часть тоже. Так. Торус, в принципе, можно удалить внутренний круг. Сделать вот так. Ctrl-плюс, Ctrl-плюс. Ctrl-I. Faces. И можно его чуть-чуть притопить туда. Ему, конечно, не повезло с местоположением. Будет проваливаться. Либо мы его привяжем к кости, которая будет отвечать за верхнюю часть груди. И он будет немножко в живот наклоняться. Либо нам просто стоит избегать анимации таких поклонов. Так, тут есть внутри полигоны, по-моему, да. В ушах. Так, faces удалили. Еще что? Пояс убрали. Это убрали. Тут убрали. Угу. Давайте просто пройдемся по всем. Здесь faces внутри, там faces внизу. Там ничего нет. Тут много полигонов. Гомар, оп. О, это реакция, понимаете? Так, у нас что-то проблема тут с камерой. Полигоны, ты... А я удалил там полигон, да? Молодец я. Ну, и еще можно по всем этим цилиндрам пройти, сделать I am at center и вот, вот так, GG, хоп. A, M by distance. Также на крышке, вот здесь, сделаем individual origin. I am collapse. Раз. GG, A, M, by distance. Что у нас там внутри?
Ctrl плюс, Ctrl I. Наверное, не так. Shift H. Ctrl плюс, Ctrl I. Так, faces. Вот этих тоже, ребят, надо. Раз. Shift H. Наверное, стоит вот этот два полигона удалить. Потом раз. Ctrl плюс, Ctrl I. Неправильно. Ctrl плюс, Ctrl I. Неправильно. Почему? А, потому что тут не удалил. Я думал, это mirror. Ctrl плюс, Ctrl I. Faces. Проверяем на face orientation. Что еще можно почистить? Да, вроде все ок. На первый взгляд. Вот в этих местах можно сделать I am at center GG I am by distance. Тут все вроде бы так или иначе влияет на силуэт. Надо увеличить, наверное, здесь. Он все-таки мягкий, пусть будет мягким. Так, кстати, и вот этому не хватает. И вот здесь не хватает красный какой-нибудь красного элемента. Shift-D по Selection. Сделаем здесь вот такой круг. Faces. И чуть отскейлим. И в красный цвет. Типа обозначение юнита. Вот здесь. Ну или вот эту штуку красную. Или вот эту тоже. Вот так. Тут тоже красного элемента не хватает. На щите. Вот тут, конечно, полигонов. Ctrl плюс. Ладно, здесь, наверное, так уж не сэкономить. Shift H. Эти сокращать нельзя, потому что они полоски себя представляют. Вот эти темы, может быть. Вот тут. Угу. Тут, ну тут... Как жарко и как будто запахло жареным. Вот эту штуку мы скроем пока. Здесь мы удалим. Вот так, faces. Оставим только вот эти. Угу. Alt-H. Теперь только тебя. Ну, тут вообще можно дно удалить. И здесь I am at center GG I am by distance. Тут вот это никак не поменять. Я специально порезал, чтобы, так сказать, нанести цвета. Так, более-менее разобрались. И в целом, насколько полигонов тут? Итого. Дробь, интересно, что означает. До 2000 полигонов, почти 4000 треугольников. И, Джей, ладно, этих точек 2221. Уверен, еще можно чистить, например, вот тут. Это уж точно можно почистить. M. Так, давайте вот так сделаем. I. M. At center. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. M. At center. GG. A. M. My distance. Вот, сократили. Неплохо так. Alt-H. И я думаю, что с ботинком можно сделать то же самое. I.
M от центр. Выбрали все точки. M от центр. И GG сюда. А M by distance. Итого. А, кстати, это, скорее всего, скрытые были, вот эти вот через дробь. 2002 фейса, 2209 точек. Отлично, мы молодцы. Так, сохраняем. Создаем коллекцию на экспорт. В нее мы закидывать будем то, что уже будет готово к экспорту в Unity. Пока что здесь ничего не готово. Ну, практически все готово к экспорту в Unity, но у нас персонаж не заанимирован. Без заанимированного персонажа в Unity мы ничего экспортировать не будем. Face orientation, все ок. Теперь давайте грамотно это все обзовем. Это у нас... Так, гоблины с ушами, наверное, объединим. Точнее, уши с гоблином. Вот так. Это у нас просто будет гоблин. Сейчас на втором экране открою себе транслейтер, чтобы мне было удобно переводить. Так, наплечники. Это элемент, так сказать, брони. Поэтому, наверное, они будут как обвесы. Мы или их будем вшивать при экспорте, либо они будут навешиваться, допустим, у нас теоретически уже в игре обвесами. Как это я реализую, я пока не знаю. У меня есть кое-какие мысли, как я могу показать вам всю работу вот этого всего. Это тайна, покрытая мраком. Никто не должен знать о наших с вами похождениях. Никому не рассказывайте, что я вам буду показывать. Окей, мы договорились. Если никому не скажете, тогда я покажу вам очень много всего. Гоблин. Боу. Так, кирка. Давайте кирка. Пик. Гоблин. Пик. Хак, мол, пайк, пикер, хак, пекер, мойл. Мешок. Бэг, сэк. Покет. Давайте назовем сак. Гоблин. Я понимаю, что гоблинс надо писать сак, но я не буду. Сак написал как. Ё-моё. Это тесак, скорее всего, какой-нибудь. Тесак. Бэксорт. Ничего себе. Давайте просто напишем гоблин. Сорт. Это гоблин щилд. Кстати, одну из стрел, наверное, стоит сделать отдельную, наверное. Ну, или не надо. Настолько подробно не стоит. Колчан. Колчан. Куивер. Гоблин. Куивер. Не знал. Дальше. Гоблин бутс. Гоблин. Боблин. Гоблин. Бутс. Дальше. Это пояс, наверное, да? Белт. Кушак. Сэш. Обхват, подпруга, гирс. Давайте назовем белт. Гоблин белт. А как будет чепчик? Чепчик. Боннет. Матч. А если шапочка? Кэп. Давайте назовем боннет. Мне нравится. Гоблин боннет. Наручи. Наручи. Брейсерс. Гоблин. Типа браслеты, да? Брейсерс. Так, наплечники. Наплечники.
Ники. Shoulder pads. Скапуляр. Наплечник. Полдрон. Скапуляр. Полдрон. Первый раз слышу такое. Гоблин. Полдрон. Нет, извините, неправильно. Паул. Дрон. Ничего себе такое слово. Это что у нас? Ремни. Ремни. Белтс тоже. А если поясной ремень? Тоже белт. Waist belt. Давайте это у нас будет waist belt. А это будет goblin belts. Goblin torso belts. Пряжка как будет. Buckle, clasp, застежка, barret, заколка. Buckle, clasp. Наверное, clasp, потому что buckle это хомутик, скоба, изгиб, прогиб, стяжка. А это, наверное, у нас все-таки гоблин. Clasp. Так, сохраняю. Вот у меня что-то какие-то загрузки пошли. Так, все обозвали, все почистили. Все, наверное, мы теперь будем с вами выдвигаться в сторону анимации. То есть в следующем видео что мы сделаем? Во-первых, давайте подведем итоги. Итого. С вами мы создали персонажа. На этого персонажа возможно навесить большое количество предметов. От всякого оружия до каких-то инструментов, брони, шляп, ботинок, перчаток, наручей, поясных ремней и так далее, тому подобное. Оружие тоже может быть разное. Мечи, топоры, копья, не знаю, булавы, может, какие-то посохи. Если это гоблин-шаман, орк-шаман. Если в вашем случае вы сделали что-то по-другому, я надеюсь, что кто-то из вас сделает свои модельки, допустим, какого-то рыцаря, и этого рыцаря там оденется в доспехи красивые, там какие-нибудь плащи, там все дела. Что еще можно делать? Можно менять цвет, можно менять формы, но сначала, прежде чем менять, вот лучше всего сделать одного персонажа, одного, не торопитесь, его мы заанимируем вместе со мной. То есть мы сделаем скелет, заанимируем, посадим вот этого гоблина на скелет, и после того, как мы его посадим, и все будет адекватно двигаться, вот тогда можно изменять этого гоблина, делать толще, худее, выше, там, сильнее, и вот тогда можно изменять, добавлять, создавать второго, третьего, и десятого, пятнадцатого персонажа. И я вам покажу, каким способом можно сделать так, чтобы все анимации передавались, так сказать, от отца к сыну. Главное, продолжайте, не сдавайтесь, и все будет хорошо. Ну и тут, наверное, стоит некоторые вещи объединить. Например, вот эту штуку с... Ну ладно, не будем сейчас пока заморачиваться. Дойдем когда до анимации, тогда и заморочимся. Придем все в порядок. Я как будто вторую смену, блин, устроился на работу. Кстати, по-хорошему еще стоит перенести название вот сюда. Вот видите, междата-блок. Допустим, мы вот... Давайте по порядку. Просто скопируем. Как правильно. Вот так берем. Сюда. Вот так вот берем. Сюда. Вот. И мы потихонечку сейчас с вами двинемся в сторону анимации. Создадим сначала скелетик. Посадим гоблина на этот самый скелетик. После этого мы создадим какую-то... Ну, заскинем его, естественно. Посмотрим, чтобы все косточки гнулись более-менее адекватно в силу наших неаниматорских способностей. Мы с вами все-таки не великие аниматоры, а только делаем вид, что хотим ими стать. Хотя, может быть, вы не только делаете вид, но и хотите ими стать. Значит, вы будете еще и, так сказать, без меня что-то изучать. Потому что я знаю только базу, такую базовую базу, которая позволяет мне работать и держаться на плаву достаточно долгое время уже. Давайте вот здесь по порядку пойдем. Тык-тык-тык. Вот это. Ой. Так, мы, значит, посадим чувака на скелет.
заанимируем, точнее, заскинем, сделаем базовую анимацию, точнее, не анимацию, а просто в позу, в Т-позу обязательно с ним надо сделать клип в Т-позе, и потом мы сделаем анимацию, допустим, ходьбы, бега, что у нас, какой там план у нас был, давайте посмотрим на наш великий план. Вот наш план. Атака, айдл, ходьба, атака, особое действие. Может быть, ходьбу и бег, потому что ходьба и бег достаточно быстро делаются. Айдл — это какое-то там анимация ожидания. Ну, еще Т-поза, естественно. Ну, она просто из одного кадра состоит. И особое действие. Ну, атака там, допустим, не знаю, удар вот этим, вот этой штукой. Особое действие может быть удар киркой, хотя это то же самое к удару может относиться. Особое действие, я, наверное, ничего не придумал, что я хочу сделать особое действие. Возможно. Айдл анимация, это есть особое действие. Может быть прыжок, может быть какие-то еще, посмотрим. Это как опционально, наверное, все-таки. Если я придумаю особое действие, или у нас по ходу появится какая-то идея, я обязательно ею воспользуюсь. Ну и у нас останется подготовка объектов к экспорту в Unity. На самом деле мы уже с вами практически подготовили, но надо будет подготовить, когда у нас будут все анимации. То есть у нас будет как минимум раз, два, три, четыре, ну где-то от 4 до 5 анимаций у нас будет. Персонаж от 4 до 5 анимаций, все его предметы, мы их соберем, правильно их разложим, правильно их выставим и потом заэкспортируем все в Unity. Вуаля, мы движемся к нашей цели очень-очень хорошими темпами. Надеюсь, что у вас все получается. Если что-то не получается, вы обращаетесь, спрашивайте, задавайте вопросы, потому что только так мы сможем с вами развиваться и становиться лучше, выше, сильнее, быстрее. Такие вот дела. Продолжаем наши занятия, переходим к следующему видео.